Налоговая служба рекомендует заявить о налоговых льготах вовремя. Напомним, что они предоставляются отдельным категориям граждан на имущественные, в том числе и транспортные и земельные налоги. Ознакомиться с полным перечнем льгот можно с помощью интернет-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Гражданам, у которых имеется право на налоговую льготу и которые ранее о ней не заявляли, необходимо направить заявление до 1 июня. Стоит отметить, что лицам, ранее пользующимся налоговыми льготами и предоставлявшим заявление и документы, повторно обращаться в налоговую службу не нужно. Налогоплательщику, имеющемуся право на налоговую льготу, необходимо обратиться с заявлением о предоставлении налоговой льготы по установленной форме, любым удобным способом, лично в любой налоговый орган или офис МФЦ, направить по почте или в электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС России, либо мобильное приложение «Налоги ФЛ». К заявлению налогоплательщик вправе приложить документы, подтверждающие право на льготу.